Всем привет! Вы смотрите шоу «Новая жизнь», главный герой которого Саша Селиванов, пользуясь нашим сайтом yougifted.ru, избавляется от лишнего веса, занимается по моей программе видеотренировок и правильно питается. Но по моей программе видеотренировок-то занимается не один Саша, а большое количество людей на сайте. Читая ваши комментарии, я вижу, что кому-то эта программа дается легко, кому-то тяжело. Так вот, те, кому тяжело заниматься по моей программе, я рекомендую вам перейти на «Пилатес» с Ольгой Дерендеевой. А тем, кому легко было заниматься по моей программе, welcome на программу Trinity с Ольгой Дерендеевой. И у нас для вас есть скидочный 50% промокод на эти две программы «Иду к цели». В сегодняшнем выпуске мы познакомим Сашу со Станиславом Линдовером, который протестирует его в тренажерном зале. Ну а встречаемся мы с Сашей сегодня в довольно необычном месте. Меня привели в «Макдональдс». Наконец-то. Я думаю, что это очередная проверка. А можно нам 3 больших капучино, пожалуйста? Чизкейк попробуете? Боюсь, что нет. Я просто худею. 500 рублей. Я худею в реалити-шоу, мне нужно... 500 рублей. Саня, знаешь ли ты, чем славится район Озерки, в котором мы, собственно, сейчас и находимся? Я слышал, что Озерки – это как Венес-Бич в Калифорнии. Это вот мекка бодибилдеров. Первый день незнакомым. В спортзале немного переживаю. Не так комфортно, конечно, как у себя дома на коврике. А как этим пользоваться? Вы не знаете, что это вот... Здрасте, а вы тренер? В этом тренажерном зале? Можно спросить, как пользоваться вот этими всеми тренажерами? Я не знаю. А там же есть каждому инструкцию. Точно. Жим на 30. Друзья, привет, с вами Станислав Линдовер. И сегодня я не один, но у меня сегодня в гостях... Александр. Просто Александр, человек с проблемами. Запустил себя, и пока судьба меня с Михаилом не свела, я был вообще в отвратительной форме. Вес на данный момент? 107,5. А сколько было 3 недели назад? 112,7, стартовая отметка. Ух ты, почти под 6 килограмм. То есть 2 килограмма в неделю. Ну, сказать, что это здорово, это ничего не сказать, это просто говорит о том, что ваш организм истосковался по физической нагрузке. Теперь основная задача – продолжить работать на снижение веса тела за счет диеты и потихонечку приходить в тренажерный зал. Хотелось бы понять, что вы можете сделать, потому что надо понимать, пора ли вам под штангу ложиться. Сейчас просто отжимаемся в отказ. Поехали. Раз. Отдыхаем, все очень недурственно на самом деле. До новой жизни больше 20 не отжимался. У вас варикозное расширение, это наследственное, видимо, да? С приседанием со штангой, наверное, будут большие вопросы. Вот, и в большей степени это будет как раз именно жима ногами. Поэтому мы сейчас с вами пойдем, ляжем на жим ногами, поставим 200% своего веса. Это еще один тест, который я когда-то придумал. Тест на спортивность. Греемся раз 10-15. Отдыхаем. Сейчас мы еще один промежуточный подходик сделаем. 3-4-5 раз. Больше не нужно. Ставим. Все, резко не встаем. Отдыхаем. Идем, попьем водички и возвращаем. Как бы нам это не угробить подопытно. 10 делаем. Дальше вот все хорошо. Покажем, что можно. Поехали. Доп. Друзья, на самом деле здесь 200 килограмм только лишь веса утяжеления. Платформа весит еще 53 килограмма. Понял, Саня, ты вообще осознаешь свою крутость? Пока нет, надо полежать. Саш, нам нужно еще сделать подтягивание. Разминаемся на гравитроне. Все, молодец. Тестировать себя нужно там с какими-то определенной периодичностью, может быть, раз в месяц. То, что результаты
будут расти, это совершенно очевидно. С точки зрения тренировочных нагрузок, их просто нужно оптимизировать, и зачастую тренироваться нужно меньше, чем большинство людей рекомендует. Угу. А вот диета и питание – это, к сожалению, тяжело. Потому что соблазнов дофига. Сейчас я ем 2600 килокалорий в день. Примерно расход энергии в состоянии покоя 1 килокалория на 1 килограмм веса в час. То есть, условно, 24 часа в сутки округлим до 100 килограмм. То есть, понятно, что где-то 2300-2400 калорий – это уровень основного обмена веществ. Дальше физическая активность. Но около 3000 калорий, 300, может быть, это вот все ваши энерготраты в среднем. То есть, в теории, если 3000, 15%, но это где 2000. Сколько у вас? 2600. Кто же вам рекомендовал такой умный? Михаил. Да ладно. Откуда он знал-то, а? Слава богу, у нас все четко с калорийностью на сайте. Я делаю ставку на 3-4 подтягивания. Я тоже. Да? Я склоняюсь к 3. На максимум, Саня, понял? Все, поехали. Так, все, собраться с силами. Раз. Два. Три. Пускай так. Пять, семь, пять и 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 семь,
Два. Молодец. Два. Это было два. Прогресс в два раза. Саня, в два раза прогресс. Саш, ну чего я могу сказать, это недурственно. При таком весе очень приличная координация, все. Сила абсолютная. Ну, 200 килограмм пожать ногами, точнее 250, если смотреть с точки с весом платформы, это реально круто. Саш, в дальнейшем необходимо просто следовать теми рекомендациям, которые мы тебе даем. Все, Саш, спасибо огромное. Спасибо, всех благ. Чертовски жесткий был тест. Я был не готов ни к одному из этих упражнений. Стас загрузил меня информацией, очень много чего рассказал. У человека такой багаж знаний сумасшедший и вылил на меня прямо очень много инфы. Программа от Стаса на сайте, это было бы очень круто, потому что если информация вот эта вот будет не из разных каких-то источников, а она будет пошаговая, то есть я пришел в зал, открыл, посмотрел видос и пошагово все выполняю. Я думаю, это будет легче усвоить, принять на себя. Тренировки улучшаются, питание, все написано, все есть, просто бери и действуй каждый день. Саня, ну это же отличная идея — разместить программу видеотренировок от Стаса Линдовера на нашем сайте ugifted.ru. Нам эта идея очень нравится, но нам нужно узнать, нравится ли она вам. Если это так, напишите Стасу везде, где только можно, ВКонтакте, в Инстаграме. Стас, мы хотим твою программу на Югифтед. И укажите хэштег «Хочу со Стасом». Ну а на сегодня все. Следующий выпуск будет завершающим в рамках шоу «Новая жизнь». Саша выполнит все 30 тренировок по моей программе видеотренировок. И мы посмотрим, каких результатов ему удалось добиться, занимаясь дома, правильно питаясь. Увидимся ровно через неделю. Всем счастливо, до новых встреч, пока.